читая обзор. Просто слов нет. Красота. Стройка идет здесь. Вон туда еду я. А там еще пансионат Тибет. Вон там дальше. Вот такой обзор, смотрите. Это Чимган, это Узбекистан. Дорогие друзья, слов нет. Просто слов нет. Это обзор уже по-другому. Смотрите, раньше вот этого домика тоже не было. Я в прошлом году приезжал. Зимой. Не в прошлом, или позапрошлом. Здесь было строено. Уже два года она как здесь. Вот так. Вот теперь отсюда смотрите. Это северная сторона, потому что арчи много, тяньшанов в общем много, смотрите. Это вид совсем атас. Вот так. Потому что у нас в Узбекистане вот такие природы, такие деревья мало. Поэтому для нас это густо и красота. Потому что у нас сухо, климат сухая. Вот так она. Эти здания строятся. Тоже будет пансионаты всякие, курортные. Я еду в сторону Белдерсая. Вон там Тибет. Вот оттуда я вниз. В этом Белдерсае есть от тракторного завода лагерь Комарова. Я не знаю, сейчас тоже действует или нет, но посмотрю. Дорогие друзья, вот это Тибет, пансионат. Ну, за счет карантина не пускает. Я думал, этот просто мне говорят. Нет, я слышал, короче, друг друга внутри ресепшн передавал. Говорит, анализы сдают. ФРП или как он называется. А потом, говорит, пускайте каптивы даже. Ну, короче, гостей просто так не пускает. Это на корона сдает, а потом пускает внутрь. Оказывается, я думал, мне не пускает. Я сначала думал. А потом, оказывается, действительно так есть. Я еду в Белдерсай, Канад. Вот, дорогие друзья, это сторону Комарова от тракторного завода уже начало. Вот теперь смотрите, это заход, шлагбаум стоит, но в плачевном состоянии. Когда-то был завод тракторный, ташкентский. Было все по-другому. Сейчас подойдем туда, как она. Белдерсай, лагерь от тракторного завода не пускает. Здесь строго. Перешел он от тракторного завода на какую-то организацию. Вот поэтому вот такой. Ну, хозяева те старые. Вот Белдерсай, канатка приехал. Народов много. Вот такая она на картинке. На самом деле, вот ход. Короче, взрослый 25 тысяч. Дети до 12, 15 тысяч сумм. Минимальные числа пассажиров. Запуск когда? На менее, не менее 10 человек. Вот это их карта. Вот так они, короче. Вот так зайду. Посмотрю. Я заходить не буду, просто так сниму. Рестораны. А, уже карантин. Здесь основная
раз здесь надо платить бабки. Как она выглядит, эта канатка? Просто туда сейчас карантинные условия, поэтому не пошел. Вот так она 3200 что ли метров поднимается до конца туда. Вот так люди идут. Вот начало отсюда. Я просто туда не заходил, мне толк нет, потому что велик оставить. И мне еще другие места надо, чем канатку подняться. Вот поэтому я не поднимусь туда дальше. Вот это внизу начало. Вот там оттуда следышка. Значит, взрослый 25 тысяч, кажется, да. 15 детей. Вот так крутится канатка туда. А теперь поеду я Амерсай. А там еще дороже. Это Бельдерсай. Там канатка. Там этот, который не пустили. Заводская. Детская лагерь была. Комарова. Ну вот такая красивая места. Расположен. Вообще слов нет. Красота была когда-то. Ну теперь брошенный. Просто брошенный. Хозяева те же. Вот так. Те же хозяева. А выглядит вот так. Потому что во время Советского Союза, кто на тракторном заводе работал, их дети все здесь отдыхали. Да, это было вообще. Это Чимган большой. Вот так, дорогие друзья. Я возвращаюсь. Амерсай.